Всем привет! Сегодня 17 октября 2022 года, 7 утра. Проснулись вместе с собаками и нить уже третий день. Холодрыга, сейчас тихо. Ни ветра, ни шума никакого. Ночью где-то около 11 вечера, ночи, как там сказать. Что-то один раз бабахнуло сильно. Ну, может, ПВО или что-то такое. Ну и все. Потом дальше тихо. Сейчас вот глянем, сколько градусов. Да, наверное, тоже 1 градус или 0. А, ну. Ну да, вот так вот 1 градус. Надо как. И в телефоне показывают так же. Так что вот такие все новости. Свет, вода есть. Все нормально в этом плане. Пойдем дальше. Поспим чича. Ночью прогулялась в 4 где-то. Вот. И поэтому сейчас она даже нос под одеяло не высовывает. Ярко жрет, еда и не вставала. Пойду я полежу. Всем пока.